Лучшее в стране растительное масло производит в Орле на заводе акционерного общества «Раст Масло». Такой вывод сделали эксперты Всероссийского НИИ Российской академии сельскохозяйственных наук. Продукция Орловского маслозавода на 13-й международной конференции производителей масла получила золотую медаль. Одновременно наше масло испытывали на безопасность посредством международной системы, одобренной ВТО, и оно проверку прошло. Получили мы тоже в конце октября сертификат о соответствии международному стандарту по системе безопасности пищевой продукции FSSC 22000. Теперь для продукции Орловского маслозавода загорелся зеленый свет на экспорт по всему миру. К слову, наше масло уже экспортируется во всех странах СНГ, а также в Израиле и странах Прибалтики.